Есть праздники победы, мгновения печали, когда метроном начинает отсчет, когда поминают минутой молчания всех тех, кто с войны никогда не придет. Мать вспомнит о том, что любимый сыночек бесследно пропал на проклятой войне. Осталось письмо, треугольный листочек, да фото на память о нем на стене. Жена своего вспомнит мужа-танкиста, что в 34-ке под Курском сгорел. Он бил до последнего вздоха фашистов, ни пуль, ни снарядов на них не жалел. И старый отец тоже вспомнит о сыне. Служил краснофлотцем тот перед войной. Он где-то лежит в запредельных глубинах, на лодке подводной в пучине морской. Да вспомнит братишка про старшего брата, который пылающий свой самолет направил в колонну врага супостата, геройски закончив последний полет. А дочери юной родители вспомнят, она на войну после школы ушла. Из раненых наших бойцов с поля боя спасала она, а себя не спасла. И вспомнит невеста минуты прощания, когда с женихом прощалась она, как он ей вернуться давал обещание, но только иначе решила война. Минуту молчания 9 мая все вспомнят, кто деда, а кто-то отца, всех павших в те годы, невольно стирая горючие слезы ладонью с лица. Минута молчания быстро проходит, а боль о потере родных никогда. От нас эта боль никогда не уходит, она будет в памяти нашей всегда.